Здрасте, накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Не так давно к нам в салон в руки-ножницы пришел блогер. Вы знаете, блогеры приходят в салон для того, чтобы сделать проверку, посмотреть, как ему сделают макияж. И я заинтересовалась данным блогером Егор Андрюшин, начала смотреть его канал. Всем привет, добро пожаловать на мой неистовый канал. И увидела, что у многих визажистов возникают сложности с цветным макияжем. Я пригласила Егора к нам в академию для того, чтобы с ним познакомиться. И поняла, что он на самом деле очень классный спикер и есть много фишек, которые он знает. И я ему предложила, чтобы он этими фишками поделился вместе с вами. Мы вели переговоры и решили сделать совместный мастер-класс по макияжу, онлайн-мастер-класс. Поэтому встречаемся с вами 10 февраля на онлайн-мастер-классе, где мы покажем, как работать с цветом, какая нужна минимальная косметика для того, чтобы делать яркие макияжи, ну и вообще, как это все делать очень быстро. И сегодня я вам также покажу, как делать быстро яркий и насыщенный макияж. Ну что, поехали? Наношу консилер, потому что тинты Jeffree Star, они очень быстро застывают. Далее беру розовый тинт и начинаем выстраивать форму. Прорисовываем очень широкую толстую стрелку, которую мы в дальнейшем будем растушевывать. Как растушевать гелевую подводку Inglot, я вам покажу. И растушевываю фиолетовым тинтом мою стрелку. Фиолетовый NYX Tropic. Я хорошо наношу на всю область темного. Использую розовый из палитры NYX для усиления цвета под бровью. Золотой цвет из Наташи Денона и прорабатываю область под бровью. Наношу неоновый пигмент на внутренний угол глаза. Добавляем скуловую коррекцию, добавляем румяна. Пишите, понравился вам образ, либо не понравился. Тоже пишите, конечно же. Ну и встречаемся с вами 10 февраля на онлайн-мастер-классе.